В ресторане посетитель обращается к официанту. «Скажите, эта рыба у вас свежая?» Официант посмотрел на него и отвечает. «Не знаю, я здесь всего неделю работаю». Отец озабоченно поглядывает в окно. Мама вышла на улицу без зонтика, а тут такой дождь пошел. Сын говорит отцу, «Не волнуйся, папа, она в магазин забежит». Отец посмотрел на него и отвечает, «Вот именно этого я и боюсь». Дверь распахнулась, и рыцарь вбежал в комнату к красавице-принцессе. Красавица плакала, сидя на кровати. Увидев его, она разрыдалась еще сильнее. Сквозь слезы говорит, «Завтра меня отдадут дракону». Каждый год дракон требует на съедение самую красивую девственницу города. А это я. Но почему я такая красивая? Рыцарь пылко отвечает. Я спасу тебя, принцесса радостна. Ты убьешь дракона. Рыцарь улыбаясь. Есть и более простое решение. И начал стягивать с себя штаны. Принцесса с сомнением. А других простых способов нет. Рыцарь задумчиво. Ну еще можно сломать тебе нос, и ты перестанешь быть самой красивой. Общага. Подходит один студент к другому и говорит. Вась, знаешь, какая разница между шторой и туалетной бумагой? Второй отвечает. Нет, первый продолжает. Так это ты сделал. Теперь иди стирай. Идет суд. Судья спрашивает. Обвиняемый, почему вы ударили мужчину из соседней квартиры? Мужик отвечает. Он тайком разводит кур. И это в городской квартире на 12 этаже. Судья продолжает. Чем же это вам помешало? Мужик тяжело вздыхая. Я 3 месяца лечился у психиатра, считая, что кукареканье – плод моего больного воображения. Адам пришел домой поздно, и Ева устроила ему сцену ревности. Адам ее успокаивает. Ты с ума сошла. Ну с кем я могу тебе изменить? Мы – единственные люди на земле. Ночью он проснулся от того, что Ева водила руками по его груди и бокам. Адам спрашивает. Что ты делаешь, милая? Ева отвечает. Как что, ребра считаю. Общаются 2 подруги. Первая рассказывает. Мой муж после праздников выходит на балкон, и там просто глубоко дышит, в течение получаса. Заходит свежачком. Ни разу не подвело. Вторая отвечает. Дура, у него там чекушка спрятана. Сидят муж с женой за столом. Жена спрашивает. Моня, тебе борща сколько наливать? Муж отвечает. Розочка, налей, как себе. Жена недовольна. Моня, что-то ты последнее время кушать много стал.